СФУ начинает прием документов для перевода студентов на бесплатное обучение. Каждый год после семестра заявление рассматривает специальная комиссия. Согласно федеральному закону, подавать документы имеют право студенты-отличники, хорошисты учебы, сироты, студенты, имеющие родителей-инвалидов первой группы. Заявление по переводу на бесплатное обучение принимают до 3 февраля. Если имеются вакантные бюджетные места, то именно приоритет будет отдаваться студенту, который учится отлично. Если имеется одно место, например, да, то и имеется конкурс на это одно место среди нескольких студентов, в первую очередь будут учитываться именно успеваемость студента.